Всех приветствую, друзья. Сейчас разберем с вами песенку, такую вот простую, веселую, русскую народную, называется «Вдоль да по речке». Очень удобная песенка, подойдет для начинающих. Здесь играются одни терции. Так, ну давайте начнем. Значит, тональность до мажор, размер 2 четверти, знаков нет. Форте, играем громко. Характер бодро, весело. Пальцы здесь нарисованы на первой строчке. Дальше все повторяется, поэтому пальцев нет. Я сейчас играл без первого пальца, здесь с первым. И тот вариант аппликатуры, который без первого пальца, тоже расскажу. Вот, ну давайте начнем. Значит, левая рука до мажор. Раз и два и правая до вторым, ми третьим. Значит, до четверть и две восьмушки. Получается так. Раз и два и. Раз и два и. Так, второй такт смотрим. Теперь у нас левая соль мажор. Перескакиваем выше. Соль мажор. В правой руке у нас нотки Си и Ре. Если играем без первого, то играем третьим и четвертым. Если с первым, то первым и четвертым. Дальше. Здесь такой ритм немножко посложнее. Значит, четверть с точкой и восьмая. Значит, будет так. Раз и два и... Вот, двумя руками выглядит так. Раз и два и... То есть вот эту вот Си-Ре восьмушку вы нажимаете на последний мажорный, соль-мажорный аккорд. Вот, а Си-Ре держите. Бас, аккорд, бас вы ее держите. Раз, и, два, и. Так, дальше третий такт. Поехали. Ля минорчик. Ля минор у нас от соль через кнопочку вверх. А в левой у нас ля и до. Ля вторым, до третьим. Восьмые ровные. Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Так. Дальше четвертый такт смотрим. Появляется знак один. Соль диез и си. Соль диез у нас на первом ряду черная кнопочка. Си рядом. Значит, если вариант без первого, то третьим и четвертым. С первым это первый и четвертый. Значит, тот же самый ритм, что и во втором такте. Четверть с точкой и восьмая. А в левой ми мажор. От ля минора это у нас выше, да, следующий бас. Значит, двумя руками вот так. Раз и два и. Раз и два и. Вот у нас закончилась первая фразочка. Вот. Так, поехали дальше смотрим. Вторая строчка. Опять спускаемся на ля минор. Ля и до у нас вторым и третьим. Четверти. Раз и два и. Дальше следующий такт. У нас Си и Ре. Тоже четверти. Си третьим. Ре четвертым. Либо Си первым. В левой соль мажор. Через кнопку вниз. Раз и два и. Дальше седьмой такт. Это восьмой такт. Дальше у нас в левой до мажор. Правой до вторым и третьим. Тоже четверти. Раз и два и. И восьмой такт. Еще раз до и ми. В левой до мажор остается. Раз и два и. Пауза. В правой руке. То есть вот такие вот. Закончилось у нас первое предложение. Еще раз сыграю сначала. Раз и два и. Раз и два и. Раз и. Ой, извините. Раз и два и. 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 У нас закончилось так первое предложение. Дальше все, в принципе, похоже будет. Только ритм немножко другой.
Дальше, значит, смотрим. Опять до и ми, до мажор. Раз, и, два, и, си и ре, соль мажор. Раз, и, два, и. То есть ритм уже немножко другой, да? Четверть, две восьмые. Раз, и, два, и. Две восьмые четверти. Раз, и, два, и. До мажор, соль мажор. Опять ля минор. Ля и до. Четверть, две восьмые. Раз, и, два, и. Дальше ми мажор. Соль диез, си. Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Вот у нас это получается уже третья фраза. Еще раз сыграю. Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Ну и последнюю строчку смотрим. Четверти ровные здесь у нас. Ля минор, ля и до. Раз, и, два, и. Сейчас кнопку вниз, соль мажор, си и ре. Раз, и, два, и. До мажор, до и ми. Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Вот такая концовочка. Ну, здесь концовку можно другую. Раз, и, два, можно так. Раз, и, два, можно на левой. Как угодно, в общем. Вот. Вот такая русская народная песня. Очень удобно. Так, давайте теперь, значит, ну, темп быстрый, да? Да, естественно, она задорная, веселая, бодрая. Значит, в левой бас немножечко можно чуть-чуть потяжелее, да? Ну, второй бас не так, а вот первый нужно немножко выделять. Ну, это так, на морочке. Вот. Главное, чтобы весело было. Ну, стаккато лучше, да, все, в принципе. В правой, значит, все восьмые стаккато, да. Да, то есть не вот это вот. Ну, характер меняется, как это добавляется уже кантиленность, лирика. А вот. Фразировка очень понятна, да? Сюда приходим. Дальше. Сюда приходим, да? Ну, здесь, в общем, все по 4 такта. Вот. Стандартный квадрат. Так, ну и все. На этом, думаю, если есть какие-то вопросы, задавайте. Ноточки будут в группе. Добавляйтесь. Заходите в группу. Вот. Ноточки бесплатно выкладываю там. Такие, да, которые у меня есть. Вот. Все, всем спасибо за внимание. До свидания.